libérer les otages. Liberté pour Sentsov, libérer les otages. Я из России родом, живу во Франции. И на данный момент моя душа находится в Украине. Вот с этим человеком, которого зовут Олег Сенцов. Потому что у него украли не только дом, у него украли, можно сказать, жизнь. И все это сделали мои земляки, россияне, по той причине, что они думали и решили, что Украина принадлежит им, а Украина им не принадлежит и не принадлежала. Но они использовали момент Майдана, когда Украина действительно пожелала стать свободной. И вот этот момент они подло использовали. Самых лучших людей убили на фронтах Донбасса. Крым, который принадлежал Советскому Союзу когда-то, а до этого не будем идти в историю. Он принадлежал многим. В данный момент они его забрали, украли, только по той причине, чтобы внести вот эту вот в России ненависть к украинцам, а Украину привести к хаосу какому-то. Но Украина победит в этом случае. Поэтому я просто всей душой желаю, вот моя душа находится в Украине в данный момент. Плюс ли 23 на 6 А потом?